сразу умерла. Сразу. Затаиться могла, не захотела. А немцы где? Ушли они. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, понимаешь, не победили. Болит. Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев. Зачем так? Все же понятно. Война. Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно. Что ответить, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли? Не надо. Мы родину защищали. Ее. Не мучь себя. Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Два патрона, правда, осталось. Но все-таки спокойней с ним. Погоди. Сюда иди. Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там. Игорь, 3 года. Мама очень больна. Не тревожься, Рита. Понял я все. Спасибо тебе. Я сейчас разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся. Поцелуй меня. Колючий. Иди. Завали меня ветками. Иди. И обязательно дойди. Вместе дойдем. Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала? Thank you.
Шандекох!